Одинцовские единороссы проверили ход рекультивации полигона ТКО в Чистцах. В рейде приняли участие заместитель министра экологии Московской области Павел Бида, представители Общественной палаты округа и местные жители. Как рассказал секретарь местного отделения партии, руководитель муниципалитета Андрей Иванов, восстановительные работы на полигоне начались в октябре 2020 года и завершатся в декабре 2022 года.